Глава первая. Два королевства. Я была еще слишком мала, чтобы понять, но мой отец часто говорил мне, что жители подземелья всегда были подлыми и хотели забрать наши земли, потому как жизнь там, внизу, была слишком сложной для них, и они не колеблясь сделали бы это. Но этот человек совершенно не походил на тех, о ком отец говорил моей сестре и мне. Однажды он приехал в сопровождении нескольких солдат, высокий, с длинными седыми волосами и едва сохранивший цвет светлой бородой. Он не был страшен, а напротив, обладал ласковым взглядом и мягкой улыбкой. За ним прибыли еще двое. Прекрасная женщина с белыми волосами, улыбка которой была такой же или даже более мягкой. Не знаю, почему она напомнила мне о моей собственной маме. Я почувствовала боль в моем сердце. Думаю, Чара тоже вспомнила ее, поскольку я ощутила, как крепко она держала мою руку. На секунду опустив взгляд вниз, я заметила маленького мальчика, что прятался за платьем матери. Уверена, это был ее сын, ведь у них одинаковый цвет волос. Он был того же возраста, что и моя сестра. Смотрел на нас. Я не смогла сдержать улыбки. Он был слишком милым. Он снова спрятался за платье матери, выглядывая, пока шел к тронному залу, в котором их ждал мой отец. Кто они? Королевская семья из подземелья. Они приехали подписать мирный договор с королем. То есть они не хотят сражаться с нами? Не уверена. Это будет зависеть от договора, который они заключат с королем. А сейчас давайте пойдем в сад. Она взяла нас за руки и увела подальше через выход из замка. С такого расстояния я больше не могла видеть королевскую семью, и мне было интересно, что с ними будет. Уверена, мой отец их выслушает. Он ведь так добр к нам. Даже после того, как мама умерла, он заботился о нас и играл с нами в свободное время. Он был хорошим отцом и понимающим королем. Мы с Чарой играли в саду, плели венки из цветов, пока наши няни читали нам книгу, когда Чара вдруг уставилась на дверь, ведущую из сада. Я обернулась и увидела мальчика, что снова смотрел на нас, прячась за дверь. Как долго он там был? Хей, хочешь поиграть с нами? Я правда могу с вами играть? Конечно, меня зовут Фриск, а это моя сестра Чара. Как тебя зовут? Меня зовут Азриэль. Тогда я впервые встретила Азриэля. И потребовалось не так много времени, чтобы мы стали друзьями. Его семья остановилась на пару дней в замке. И этого хватило моей сестре и мне для того, чтобы полюбить их. Его мать Ториэль готовила замечательные пироги. Человек с добрым взглядом, король Асгор, полюбил наш сад, наполненный желтыми цветами. Все трое были замечательными людьми. Однако, я больше не видела их. Ведь спустя некоторое время, мой милый отец стал холоден и отдалился. Он выгнал семью Азриэля и объявил войну между людьми и жителями подземелья. Прошли годы с того времени, как закончилась война, а жители подземелья закрылись магическим барьером, не позволяя армии отца добраться до них и, наконец, положив конец всем битвам. Хотя... так ли все на самом деле было? Глава вторая. Ответственность. Я была все еще уставшей, плакала всю неделю, глаза опухли, я беспокоилась о будущем.
Мне никогда не хотелось думать о том, что будет, когда отец умрет. Даже в свои 19 я чувствовала себя ребенком, что нуждается в защите. Моя сестра не покидала свою комнату, даже чтобы поесть или поговорить с королевскими советниками. Теперь, когда отец скончался, она стала главным претендентом на трон. Однако я все еще чувствую, что ей слишком грустно, чтобы думать о становлении королевой. Она полна сожаления о моем отце. Отец, почему ты выгнал семью Азриэля? Тебя не понять, и ты никогда не заговоришь об этом снова. Они были добры к нам, они не были плохими. Так почему ты выгнал их и объявил войну? Я не скажу этого никому, ясно? Не приближайся к этой семье и никому из жителей подземелья. Особенно к принцу Азриэлю. Это ясно? Господин, не сочтите за неуважение или вызов, но я не думаю, что мы можем позволить себе войну против жителей подземелья. Стоит напомнить, что многие из них обладают магией. Правая рука моего отца – ученый и колдун. Гастер был наиболее уважаемым человеком на королевском дворе, и его мнение отец всегда слушал в первую очередь. Высокий и худой, с бледной кожей и действительно темными мешками под глазами. Он всегда носил черное, что делало его мрачным, но ему доверяли, и если кто и мог помочь моему отцу все понять, так это Гастер. Ты тоже перечишь мне, Гастер? Если они будут сражаться против нас с использованием магии, то и мы тоже. Ты отвечаешь за стратегию для победы над жителями подземелья. Ты и твои волшебники разработают этот план. Что до тебя, так я больше не хочу, чтобы ты разговаривала с кем-либо об этом. Понятно? Я тебя ненавижу! Как прикажете, господин. Я и моя команда начнем работать над этим как можно скорее. Вы объявляете войну? Думаете, маги смогут справиться с целым королевством? Чара? Сестра, понимаю. Ты чувствуешь себя не очень хорошо, но все не может оставаться так. Ты можешь заболеть. Фриск, думаешь, было правильно идти против отца? Не думаю, что было правильно объявлять войну. Но они закрылись в подземелье, а у нас не было выбора. Прошло столько лет, и теперь бесполезно вспоминать об этом. Отец любил нас обоих, даже если мы злились друг на друга. Я понимаю. Мы не должны избегать этого. Я понимаю, что война была ошибкой. Но еще я сильно скучаю по моему отцу. Я не хотела с ним ругаться. Я все еще скучаю по Азриэлю. По разговорам о его королевстве. Я так сильно скучаю по Тори. Я скучаю по Асгору. Я скучаю по Азриэлю. Он был моим единственным другом. Я скучаю по Гастеру! Я скучаю по папе! Я сильно скучаю по маме! Она могла быть лучшей королевой, чем я! Я так сильно скучаю по ним! Она была безутешна, и все, что я могла сделать, крепко обнимать ее, пока она не заснула. Она будет коронована через несколько дней, и даже если она старше меня на 2 года, она была все тем же избалованным ребенком, и это все сильно на нее давило. Я не могла заснуть всю ночь. На самом деле я тоже скучала по семье Дримур, по Азриэлю, по папе и маме, которые поклялась, что не буду терять решимости. Но когда я пришла в ее комнату на следующее утро, ее уже не было. Глава 3. Решение. Когда ты оставила меня одну, я проснулась и вспоминала о многом. Обдумывала, какие альтернативы у нас есть. Правда в том, что я не могу править одна. Мне нужна вся возможная помощь. Я вспомнила слова, которые сказал мне Гастер, прежде чем исчезнуть.
Помню, он был нам как дядя. Прежде чем уйти, он лично говорил со мной и попросил позаботиться о тебе. Он говорил, что отец собирается сделать ужасные вещи с жителями подземелья и что я не могу этого позволить. Сказал, что сможет найти способ остановить его, что если он мне понадобится, он пойдет к горе Эббот и найдет ответы. Даже если прошло уже 2 года, думаю, пришло то время, когда я должна найти его. Никто не знает, как управлять королевством лучше, чем он, и мне нужна его помощь. Я найду его и вернусь прежде, чем начнется церемония коронации. Пожалуйста, сохрани это в секрете. С любовью, Чара. И о чем она только думала? Принцесса, куда вы идете? Присмотреть за Чарой. Флауи, пожалуйста, позаботься обо всем, пока мы не вернемся. Принцесса! Принцесса! Блин, кажется, дождь собирается. У вершины должна быть пещера. Может, она укрылась там? Чара! Чара! Здесь так темно. Чара! Oh, yeah.